В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структуры рассказали о проделанной на минувшей неделе работе. На территории городского округа продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В планах 2021 года работы по 61 адресу. Ремонты по категориям: ремонт фасадов, балконов, внутриинженерные домовые системы, кровли, отмостки. На данный момент выполнено из 61 52 многоквартирных домов, что составляет 85%. В работе находится 9 многоквартирных домов. Сотрудники административно-технической комиссии выписали 5 постановлений на сумму 15 тысяч рублей за парковку машин. Автомобили препятствовали вывозу мусора из дворов. Одно постановление на сумму 15 тысяч рублей за надлежащее состояние и содержание территорий. С помощью фиксации фотоловушек 2 постановления на сумму 5 тысяч рублей за незаконный сброс мусора. С 27 сентября по 3 октября в Центральном парке восстановили освещение. В парке Наташинские пруды отремонтировали тротуар. За прошедшую неделю в парках провели 13 культурно-массовых и спортивных мероприятий. С предстоящими событиями культурного досуга можно ознакомиться на страницах парков городского округа в социальных сетях. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.